же папка такая яркая, девушка там, то ли в шляпе, то ли с цветом. У меня лежит бумага, так, в листах, в ящике, я уже как бы саму папку дела. Вот. Самую обычную, специально взяла самую обычную бумагу, и работать мы будем исключительно белыми ночами. Я сюда не буду мешать ни шминки, ни всякие калайны. То есть чистая палитра белой ночи из базового набора. Да, вчера была веточка. Веточку Ира писал примерно такой же бумаги на рыбачке. Так что если вы захотите в ее технике исполнить дополнение к вашей зверушке там, или птичке, или что-то, ну там в рамках заявленного домашнего задания, вы сможете легко сделать это на обычной нашей любой бумаге. То есть я специально взяла самую простую. Значит, давайте начнем работать. Работаю я колонковыми кистями фирмы Альбатрос. В принципе, можно мягкой синтетикой, можно белочку. Единственное, что белочка, она бывает мягковата для каких-то деталей. Но это надо пробовать. Это лично вам, как вашей ручке будет. А тарелка киевская самая обычная. Я ее отмыла специально для вас. Она у меня обычно такая. Вот. Начну я работать кисточкой 5-го размера. Ну, размер кистей у каждого производителя разный, поэтому как бы так вот сильно не цепляйтесь к этой теме. Вот. Смотрите по своим впечатлениям, как вам вот кисть конкретной работы. У меня работа достаточно маленькая, но он живой, он чуть мельче. То есть я его немножечко укрупнила. Они достаточно некрупные попугайчики такие. Это я себе сделала шпаргалочку по цветам. Значит, основной тон оперения у нас будет написан белыми ночами алый. Карминово-красный это у нас будут тени и вот глубокие детали пера. Алисочка, сладкий мой ребенок, свали в туман, иди почитай книжечку. Давай. Вот, то пошла игрушки громить. И на светлых местах у нас будет розовый хинокридон кадмием оранжевым, это там теплый у него затылок будет, я вам тоже покажу, как это все сделать. Сейчас мы с вами набираем, я себе сейчас сделаю на палитре пятнами краску, которая мне необходима, то есть я набираю, это у меня алая будет, рядом я кладу карминово-красную, так, она у меня какая она у меня по счету-то была, сейчас, так. Это для глубоких таких мест. Специально взяла сегодня фотографию, где достаточно мягкое освещение, чтобы не было у нас с вами жестких контрастных теней, в которых грязи можно намешать. Мы будем сегодня в достаточно ярких таких цветах с вами, значит, все это писать. Сейчас я себе шпаргалку переверну. Так. Значит, это у меня кадмий оранжевый. И, значит, мы с вами сейчас прям будем работать поэтапно. То есть сначала мы сейчас пропишем красные участки оперения, проложим их, да, потом синие, потом уйдем в зелень. И дальше мы их будем детализировать тоже. То есть они у нас как бы, так как мы будем писать поэтапно, у нас будут наши участки эти вот выкрашены, они будут просыхать, и мы сможем дальше с ними работать уже. Ребенок очень много читает, у нее книжки не отберешь. Вы не думайте, это не наказание, я ее выгнала. У нее электронная книжка, она за период с Нового года проглотила всего Кира Булычева, Гарри Поттера, Успенского. Вот, там все нормально. Это не мы, я ее не наказала, выгнала. Она просто пошла игрушки выгребать из ящиков. Это вообще такой грохот мне устроила. Вы тут вот обалдели бы. Вот. Поэтому вы не думайте, что я ее прям так шуганула. Большая уже барышня, пойдет позанимается своими делами. Значит, себе для работы, чтобы не пачкать карандаш, не мазать, я использую бумагу, салфетки, ну, платочки или туалетную бумагу, или можно прям сделать себе окошечко, вырезать. Берете листочек А4 и вырезаете окошечко 9 лет. Да, очень много читает. Она живет с книжкой и приходится, кстати, мы ребенка наказываем, мы отбираем книжки, когда нам надо ее наказать. Она ночью с фонариком читает, мы ее за это гоняем. В общем, беда, товарищи. Так, поехали. Значит, я сейчас посмотрю, нормально вам голову видно? Видно.
мы начинаем прокладывать наше оперение. Значит, сейчас мы достаточно густым замесом нашей, это алая, мы прокладываем оперение нашего попугая. Густо. Будем переходить в наши тени. Я так в полоборота туда подглядываю. Так. Так, это карминово-красная. Я прям ее добавляю вот сюда, знаете, вот прям ввожу сыром. Так, здесь у нас на шею. Сейчас я буду... У меня вот здесь салфетка в двойное сложение, туда точно не протечет. Я буду просто кисть об нее снимать. Так, это опять алая. Кадмий оранжевый ввожу вот сюда. Здесь у нас идет свет уже на оперение. Да, у меня у соседей ремонт. Я не знаю, что с ними делать. Я могу только им туда что-нибудь бросить такое взрывоопасное. Это единственный вариант. Поэтому он еще может сверлить начать. Я сразу извиняюсь. Так, теперь смотрите, пока мокрый замес, мы выбираем нашу щечку. Именно сегодня решил в большой комнате что-то делать. Опять берем алую. Только вот смотрите, я обсушу кисть. Видно вам, нет? И ухожу вот сюда. Увожу наш свет. Да, у меня затылок там с розовым хинокридоном. Я про него чуть-чуть забыла. Так, где он у меня? Вот. Чуть-чуть, прям бледно-бледно-бледно. Я вот, смотрите, совсем. И я вот сюда увожу розовый хинокридон. Это затылок его. Он такой светленький. И мы немножечко выбираем кистью. То есть вот я салфетку раз-раз-раз выбираю. Потом мы здесь чуть-чуть детализируем с вами. Буквально пару будет пятнышек. Не пятнышек, пару перышек. И у нас получится абсолютно живая шейка. Пока не высохла, я немножечко еще добавлю алый. Это не алый, карминово-красный. Вот этой вот своей, погуще. Вот сюда. Вот здесь у нас тень. Прям смотрите, пока краска не высохла, мы можем добавить. И вот, кстати, это секрет работы на нашей краске, вот, на нашей бумаге. Она не очень любит большое количество воды. И при, скажем так, частом соприкосновении с кистью, если вы много будете ее и с большим количеством воды будете ее елозить, она начинает скатываться, каточки дают всю вот эту некрасивую, то, что обычно у вас получается, да. Вы можете пока слой влажненький добавлять туда краску. Прям берете вот на кисть и вводите. Так, тынь-тынь-тынь. И вот пока вот этот момент, чуть жесткий получился край, взяли немножко его. Вот у меня, смотрите, кисточка, я ее обсушила, она плоская стала. Я этим плоским краем я увожу сюда. Заодно у нас такой появляется эффект легкого оперения. Так, дальше поехали. У нас здесь на плечах пятнышки, они на свету. Поэтому я беру хинокридон розовый, вот совсем бледный вот этот мой замес. И прокрываю наши перья вот здесь. Бледно-бледно совсем. Вот прям вот таким бледненьким-бледненьким. Чуть-чуть алый тоже беру. Видите, вот у меня уже здесь она подсыхающая. Я прям вот сюда ввожу. Вот так же. Смотрите, получается мягкий переход. Вот это плечо наше красное. Следующее пятно вот здесь у нас симметрично. У него такие получаются, как наплечнички вот здесь, да? Он уже более чуть-чуть как бы в тени. Я сюда сразу с алой начинаю, но я ее сухо кладу достаточно. Видите, воды мало совсем. У меня кисточка прям сухая. Вот она вот даже, видите, она так плющится у нас. Вот плоская получается. И оперение ей удобно. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Пятерочкой я рисую, не тонкой. Можно даже еще чуть больше кисточку взять. Вот, это у нас плечо. Свет у нас идет с этой стороны. Он мягкий. Такой, знаете, через листву. Когда вот в лесу такой сумеречный, мягкий, тепленький свет. Вот. То есть у нас будет очень мягкий переход. Не будет жестких теней. Мы с вами не намешаем грязи. Я тут руками вам жестикулирую. Так. Вот. Теперь у нас
сейчас пойдет красное оперение вот сюда у него грудь, пузо у него красное. Но там уже все-таки немножко у нас тоже появляется тень, поэтому мы берем алую. Плюс у нас вот здесь перо, пух как бы такой, он отстает от тела, поэтому мы туда сейчас еще карминово-красный пустим с вами тень. Чуть-чуть подсохнет, я вот сюда потом еще тенюшечку дам, и получится вот этот эффект, что из-под крылышка торчит погоны. Да, да. А, кстати, если название попугаев посмотрите, там есть всякие у них очень интересные, там попугай-монах. Как раз многие названия они получили за вот эту окраску такую, скажем так, схожую с какой-то с формой или с каким-то вот... Сейчас вот на языке крутится еще как раз что-то вот с такой с военной тематикой. Вот вспомню, скажу потом. Поехали дальше. Следующее у нас с вами получается такой... Вот здесь вот красный. Это, сейчас, господи, забыл, как называется место в оперении. Ну, на спинке, в общем. Вот это вот оперение такое сзади. Вот здесь у нас красный. Так как, опять-таки, вот смотрите, потом тоже по референсам я пост отдельно напишу, как вообще с фотографией работать. Он же у нас весь объемный, да? И как бы вот, если мы правильно изначально с вами по форме его с тоном слепим, он у вас будет объемный и живой. То есть вот дальше у него сейчас вот здесь как бы выпуклая часть, да, вот эта спинка такая, вот шейка вся объемная, естественно. А вот здесь оперение, оно немножечко проваливается. За счет этого у нас красный будет более интенсивный. Да, ребят, до 4 числа, до 4 числа вы должны сдать 4 работы. Вы не спите ночами, потом будете синие все ходить. Не надо. Спокойно делайте, выкладывайте. Вас никто не гонит. Вам главное до 4 числа сдать все работы. Алой, таким вот замесом, я кладу наше оперение. Наше оперение вот здесь на спинке. То есть вот здесь будет сейчас переход, здесь будет у нас светлый. И будет уходить у нас там синий у него, вот эта тоже спинка такая красивая. Она будет постепенно уходить. Немножко я делаю такой рваный край вот этого оперения. Немножко даже оно такое темное, но оно теплое. Давайте мы немножко сюда кадмий оранжевый добавим, чтобы у него появился. Они вообще попугаи, они очень на себя. Ну и попугаи вообще яркие птицы. У них такое строение перинья, что от цвета они прям насыщенность набирают. И вот эти вот, если моментики красиво показать, он у вас будет прям весь живой. Чуть-чуть я вот здесь сейчас линию эту смягчу полусухой кистью. Слушай, дядя, отстань от батареи, а не стучи мне. Как же ты мне надоел. Поехали ниже с вами. Дальше у нас следующее, у нас вот здесь кусочек бедра, вот, красный. И у нас надхвостье красное. Значит, опять мы, так как это вроде с одной стороны в тени, да, должно быть, но освещение здесь такое вот, ну, мягкое, поэтому мы можем просто яркой алой проложить. Вот так, да, вот этот кусочек. У меня здесь карандашный эскиз. Видно. Так, сейчас я обсушу кисть. И немножечко снимаем вот здесь. Чтобы появилась перспектива воздушная, та самая, которую вы вписали. Кстати, в принципе, если вы, когда вы работаете, здесь, в принципе, законы-то все те же самые, как с пейзажем. Только у нас... Не поле с домиком, а попугайчик. И вот эти все его дальние линии, они должны быть легкие и воздушные. А все, что ближе к нам, оно интенсивное и яркое. Если вы его тоже будете учитывать и писать как бы с применимым, у вас будет тоже прям 3D будет, объемненький будет. Так. На спине смайлик. Слушайте, это не смайлик, это какой-то демон получается. Слушайте, вот теперь мне сказали, я как работать буду. Паразитки. Все, у меня сейчас это...
Хи-хи будет. Так, поехали над нашим, над хвостем. Тут тоже такое оперение достаточно интенсивное, яркое. Оно с одной стороны в тени, с другой стороны мы помним, что свет мягкий, мы сюда ничего лишнего мешать не будем. Беру алую, яркую, и прямо от души здесь ему крашу. Чуть-чуть потом тень вот здесь от правого крыла я ему дам, но легкую. Да, так что мы сюда тоже просто алую вводим, чисто, хороший такой густой цвет. Подчеркиваем наши перышки, вот эти маховые, длинные, красивые. Так, вот здесь, сюда я хочу пустить кадмий оранжевый, потому что вот здесь прям просится теплое местечко такое. Кому трудно, вот, может быть, каких-то цветов нет, выкраски делайте себе. Я вчера села и вот специально под него прям подобрала. Я сделала себе выкраску, села и просто прикладывала к монитору, подобрала. Потому что я рисую, я не знаю название красок, я рисую по своему набору наобум. Вот, и чтобы вам, так сказать, ну, взяли красненькую, ну, взяли вот такую красненькую, более яркую красненькую, я специально села, приготовилась. И вот вам, если тяжело, сядьте, разберите. Если получается какой-то цвет невнятный, напишите через другой. Вот. Никто не знает, что у вас там, что вы себе задумали. Бывает зеленый какой-то грязный, желтый непонятный. Напишите чище, возьмите чище цвет, нарисуйте другому его немножечко. И все. Так, опять беру сухую кисть, немножко вот здесь выберу. Чуть-чуть. Чтобы у нас... Немножко, знаете, еще вот здесь сниму, то у нас тоже появился... Все-таки свет сюда попадает, да, тень от крыла будет, но вот такой вот у нас получается попугай. Значит, поехали теперь с вами по синим цветам. Красный у нас, ну, он уже высох, в принципе, но мы сейчас начнем с вами работать синий. Значит, я беру ультрамарин. Сейчас мы сначала его разложим, синий разложим, бледно. Берем ультрамарин. Так вот я его прямо обсушиваю. Значит, показываю. Красим шапку. Шапка у нее черная, но мы ультрамарин сверху положим, потому что оперение тоже у птиц, оно берет очень на себя окружающий, скажем так. Давайте будем считать, что он такой под синим небом сидит, и он немножко на себя ультрамаринчика зацепил. Ну, как отразил. И чуть-чуть мы вот по этой границе, здесь у нас будет рефлекс света, а вот здесь, у нее такая шапочка, да, вот здесь от клюва, от восковицы до глаза у них тень, западает туда объем. И вот здесь будет линия тоже темная. И мы вот сюда еще тоже чуть-чуть ультрамарин, сухо совсем, мы потом его с вами здесь серой, так, сажей газовой я ему шапку эту прорисую. Сейчас мы пока ее не трогаем. Чуть-чуть. Все, больше его туда, к нему не лезем. Берем ультрамарин совсем светлым. У нас, смотрите, да, свет, напоминаю, падает отсюда. Он мягкий, он не жесткий. Так, сейчас я тут уже бумагу свою помазала. Все. Под руку кладу себе. Ультрамарином очень легко красим. Даже можно еще его обсушить. Прям сухим таким. Практически сухой кистью мы ему красим вот это. Немножко оставляя белые вот эти вот места у нас, потому что оперение, оно, если вы посмотрите, оно такое, как из волосков. Я вам, кстати, перо приготовила показать, сейчас покажу. Ну, махи будем когда писать. У меня здесь есть арское синее перо, я вам покажу. Ваше к вопросу о глянце, о рефлексах на оперение. Вот я вам потом продемонстрируем. Все очень легко. Мы ему сейчас прокладываем вот эти места. Специально переход пока с красным не трогаю. Усиливать, когда цвет будем, мы его здесь впишем. Потому что у них как раз вот эта красивая грязь получается на переходе между оперением за счет наслоения. Вот эту акварелью надо будет нам аккуратненько показать. Так, чуть темнее беру ультрамарин. Смотрите, вот здесь вот у нас пойдет линия, где он ложится темнее. То есть туда у нас пошла уже более темная часть нашего оперения. Мы берем ультрамарин и туда его уже темнее кладем. Так, вот здесь граница будет, где у нас
рефлекс мы еще чуть темнее, а сюда, наоборот, мы его легче даем оперение. Все-таки уже здесь. Вот, вот это место провалилось у нас, да, мы чуть дали. Здесь граница свет. Под рефлекс мы кладем более темный. То есть вот здесь вот у нас, сейчас я прямо его сюда, вот знаете, вот так вот, прям вот затру эту линию, мягко сделаю. Понятно, зачем так я? Так. Курсы по анималистике. Реклама платная. Номер карточки скину в директ. Так. Значит, под нашим плечом у нас тоже здесь еще синий кусок оперения. Чуть темнее моего сюда. Так. Вот сюда. Вот сюда. А вот здесь он тоже у нас в свет уходит. Мы прям легко его совсем... То есть мы сейчас вот тон нашему попугайчику задаем. И от того, насколько правильно мы его разберем, у нас дальше все с вами либо поедет, либо не поедет. Так, все, оставляем. Знаете, что сразу сюда добавлю? У него на спине синий немножко, он с таким, вот здесь вот с красным, я чуть-чуть алый. Пока вот смотрите, мокрая, прям чуть-чуть я ее пущу сейчас. Чтобы у нас вот это появилось такой ультрамарин с не с алый, с кадмием красным. Да. Правильно, правильно. Потом тоже я вам все цвета напишу, чтобы можно было посмотреть. Он дает красивый фиолетовый такой. Чуть-чуть, смотрите, прям немножечко совсем я здесь сделала. Потому что на шее у него... Там тоже есть, но за счет света вот эти так не видны. Вот. Как вам смайлик? Жуткая, но симпатичная. Да. Кстати, вы знаете, а это же все это в ЖЖ неспроста. У меня, например, когда Сыч разворачивается, у нее на спине глаза, брови вот эти вот. И это все сделано природой, в общем-то, для чего? Чтобы со спины не нападали. Это все защитные вот эти вот. И, собственно, оперение вот эти яркие. Оно маскировочное, плюс оно еще как защитное. Такая фигня на тебя со спины смотрит. Я бы тоже его есть не стала, наверное, будь я каким-нибудь. Так, поехали. Значит, смотрите, здесь у нас вот это коленце, да. Это оно как бы получается в перспективе. Вот здесь лапка. И вот оно такое. Значит, мы его тоже ультрамарином красим. И чтобы передать объем этот, мы вот сюда его, то есть делаем такую растяжку по объему. Потом мы сюда еще синий в другой введем. И здесь у нас оперение, это кусочек вылезает пузика. Переходит вот этот подхвостик сюда. Так, мы ультрамарином, его уже так достаточно густым замесом, мы его сюда вот прокладываем. Тоже ничего туда пока больше не суем. Все, синий положили и хорош. Немножко у нас еще вот здесь вот он вылезает. Так, немножечко. Теперь хвост. Хвост у нас получается такой затененный. То есть, в принципе, на хвосте у нас таких рефлексов никаких ярких, резких не будет. Мы его просто всего закрываем ультрамарином по форме. Красим, да. Здесь у нас. Там у него есть такой переход из ультрамарина в... Из лимонного в ультрамарин. Вот эти перья, если у него хвост сейчас весь раскрытый, у него вот здесь желтый еще такой кусок будет яркий. Но перьями скрыто, и мы сейчас сюда не будем, потому что лимонку надо будет тогда чем-то так ее притенять, да, гасить. У нас получится грязь. Поэтому мы ее просто как бы убираем и все, оставляем синий хвост там ультрамариновый. Не будем мы сюда ничего больше засовывать. Вот, тоже моменты какие-то. Если вы чувствуете, что грязь получится, ну, спешите вы, прикройте немножко. Вот, никто не знает, что вы там себе задумали, а вы работу, ну, не испортите, сделайте более такой вкусный, красивый. Так, с синим мы закончили пока. Сейчас будет моя головная боль, это оливковый. Или шапку ему напишем. Что-то смеются, мне неудобно читать. Смайликами там обменивается. Давайте мы шапку напишем. Значит, я беру сажу газовую. Где она у меня? Блин, надо было к
краски развернуть. Значит, вот я ее тоже, смотрите, не ярко совсем я ее беру, потому что шапочка у нас освещенная. Если бы он был в темноте, у нас бы такая была прям черная шапка. А так он у нас здесь прям такой, прям под светом сидит. Что-то ест. Они все время только жрут и орут. Это их нормальное состояние. Значит, начинаем. У нас получается тень мягкая, затемненная часть оперения будет лобик. Вот здесь линия от восковицы до глазика. И немножечко вот это вот продолжение шапочки. Мы здесь, значит, вот я прям плоской кистью, полусухой. Я ему так, сюда чуть темнее кладу. Сажу газовую. Она такая, ну, воздушная, не черная, прям черная. Что нам черный здесь и не нужен. Значит, смотрите, у нее получается оперение вот это на шапочке. Оно такими вот... Сейчас только посушим надо. Такими вот линиями. Вот, чуть-чуть. Давайте сразу ему глаза напишем. Про глаза отдельно поговорим. Значит, вообще, в принципе, ну, конечно, основа основ анималистики – это анатомия, да. Анатомию, понятно, что чтобы рисовать, надо... разбирать, надо работать с натурой, надо смотреть. Сейчас вам огромный такой прям в помощь это видео. Хорошие, замечательные фильмы про дикую природу от Discovery, в HD-качестве. Смотрели, притормозили, вот, поглядели, как птичка летит, как крылышки у нее работают, как у нее это все переливается на солнышке. Все замечательно. Вы можете прямо с этого эскиза делать. Я даже в работах иногда, мне когда надо что-то, я использую видеозаписи. Наши сейчас фотографы-анималисты вот снимают видеоролики, в общем, много фильмов. Пользуйтесь, так как говорится. Вот. И вот, собственно, в анималистике основная это, если вы хорошо... живые глаза нарисовали, это половина работы, считайте. То есть глаза это ваша должна быть. Так, вот смотрите, сухо-сухо прям. Сухо-сухо. Я ему вот этот даю оперение. Чуть-чуть. Если жестко получается, можете кисточкой обсушили и чуть-чуть их снять. Краску прям немножко. Вот. То есть если вы нарисуете красиво глазки, правильно, зрачок, ровненький, по месту все блики, у вас сразу животное будет живое. Даже если вы дальше все в технике такой по-мокрому пустите, какого-нибудь кота, такой он у вас весь дымчатый будет. Глаза, если живые, у вас живая будет работа. Это залог успеха практически в любой, так сказать, с любой натурой. Вот. Поэтому глазки мы сейчас с вами сделаем, прям постараемся. Значит, свет сверху, блик. Зрачки у нас будет сверху. Но вот мы сейчас глаза у нее такие, они рыженькие. Так, кто меня там? Это алая и кадмий оранжевый. Да, да. Сейчас я до конца мастер-класса как раз цвета выучу. Нормально все будет. Так, мы рисуем нашу радужку глаза яркую. Вот тут у нас будет блик, а вот здесь мы вынимаем. Глаз объемный, он такой как бусинка. И свет, проходя сверху, он проходит через... И вот если посмотреть, то на обратной стороне под нашим бликом радужка будет светлее. Даже этот эффект можно усилить. Посмотрите работы анималистических голландцев, вот где у них такие большие-большие такие птичьи дворы, там вот с животными всякие, там коровы. Вот у них глаза, у них там даже анатомия может быть вся такая, мягко говоря, вот. Но глазки живые у животных, и они прям как вот прям, такое ощущение, что он сейчас спрыгнет, этот зайчик с поломанными лапами, но он живой, вот. Так, теперь мы опять-таки зрачок. Мы берем нашу сажу газовую. Зрачок мы делаем светло. Я краску чувствую. Давайте этой высыхать. Потому что вот немножко сейчас поплыло, я подберу. Вот мы оставляем наш блик. Чуть-чуть я подберу. Совсем чуть-чуть. Значит, здесь у нас тень. Вот это сейчас я добавлю. У меня как раз здесь подсохло.
глазом. Я единственное, я рисую как бы с полуметра, потому что если нос суну, я телефон буду цеплять головой. Я немножко здесь. А потом, так, сейчас сюда еще чуть-чуть. Мы потом немножко радужку вот здесь затеним сверху. Это тень идет у нас от, тоже от, от оперения, чтобы у нас поплыла у меня краска. Спешу. Сейчас мы ее. Вот такой вот. Сейчас я сверху загляну. Живой? Живой. Да, зеркало души попугайной. Можно еще... Девочки, если я вас близко прямо сейчас сюда... Нормально все на керамике замешивается. Можно много мешать. Все нормально. Так. Если я вас ближе опущу, у вас начнет на меня фокус качаться, из-за которого вчера Иру съели просто без хлеба и соли. Вот, то есть либо близко, либо это. Я потом вам работу близко покажу, сниму телефон, в конце мы все посмотрим. Хорошо, пожалуйста, давайте мы дальше поедем по нашей работе. Значит, сейчас мы с вами переходим. Давайте клюв напишем, собственно говоря. Вторая основная часть зеркала души нашего попугая – это клюв. И мы сейчас уже ускоряемся немножко, потому что... по времени, чтобы нам уложиться. Значит, у меня кадмий оранжевый. Я просто ему весь его мимими сухой кистью. Сейчас у меня здесь немножко убежало. Оп. Я немножко сюда снимаю. Вот он у нас клювик. Особо мы в него вдаваться не будем. Мы ему напишем его просто. Значит, кадмий оранжевый с алой. Я его по форме чуть-чуть вот здесь притеняю, потому что он весь объемный, у него такой кругленький. Здесь немножко даю вот эту границу нашему рефлексу, потому что тут сверху свет, да, помним, что он хоть и оттуда, но он как бы клювик. И чуть-чуть его вот так. И границу мы сейчас еще обсушу. Границу мы... Все, клюв мы трогать больше не будем. Пускай вот такой остается. Он здесь у нас как бы, если бы свет был в лоб отсюда, у нас бы резкие были рефлексы на нем, белые, свет со спины, нам ничего здесь не надо. Сейчас мы с вами начнем красить нашу оливковую часть оперения. У меня, к сожалению, нет оливковой краски. Я вчера вот себе здесь шпаргалочку сделала. Я буду его замешивать на лимонной. Значит, я беру лимонку. Вот сюда ее, в кадмий оранжевый, я себе плюхаю, потому что я уже всю себе тарелку извозюкала. И добавляю сюда желто-золотистую. Значит, у меня вот такой будет замес для моей оливковой. Значит, смотрите, у нас вот правое крыло освещено больше, чем левое. Мы сейчас его прокроем просто все оливковой с кадмием. Угу, оранжевым, да. Залезла, прочитала. Так как оно на свету у нас, вот эти оперения у нас... Так, второстепенные маховые у нас уже идут, желто-зеленые, мы их пока не трогаем. То есть мы вот эту часть с вами красим. Так, так. Теперь мы добавляем сюда желто-зеленую, делаем из этого оливковую. Она такая грязноватенькая, конечно, получается. Если у вас чистая оливковая есть, вы можете писать чисто оливковой, на лимонную ее выводить на свет, а с добавлением кадмия-оранжевого более темную часть туда вы сделаете. У меня оливки чистой нет. Теперь я вот подмешала, сделала потемнее замес. Я увожу вот сюда, делаю переход. То есть это крыло у меня темнее. И смотрите, сразу вот сюда я потемнее закладываю. Смотрите, у нас сразу появился объем. Вот эти два верхних пера у нас вот такие. Здесь пойдут желто-зеленые. Сейчас мы его прям... Нам, в принципе, на самом деле не так много осталось. Мы сейчас его доделаем. Чуть погуще. Смотрите, опять мешаю. Сюда же прям сейчас лимонки чуть-чуть добавлю. И здесь у нас темнее, темнее эта часть. Плюс у нас вот здесь западает оперение за счет анатомических особенностей. Здесь идет тень. Тоже мы ее закладываем. Между ними я прям сухой кистью выбираю. Сюда наверх я ему чуть-чуть тоже это все вывожу. Вот, посмотрите, у нас получился объем. Можно еще чуть-чуть сейчас желто-зеленую с кадмием. Прям сейчас я сделаю такой вот здесь густой. И вот это место нам сюда пустим. Давайте, это у нас тень. Тень такая.
Ничего сюда не будем, никакой черный, никаких синих, просто вот по форме оперения чуть-чуть я сюда сделаю наши. Вот перо можно, если сейчас фотографию близко приблизить, там у нее столько всяких волосков, складочек. Если мы все это будем писать с вами, мы закопаемся. Вот попробуйте выделить те места, которые вам интересны. Может быть, где-то перышко у него так вот отходит, да, вот. Ну, оно же все живое, да, то есть он сам-то его, если ощипать, там такая курочка будет на тоненьких лапках. А оперение вот это все, оно не просто живое, он еще разные части оперения может поднимать. За счет этого он может контролировать, там, как у него, какая часть тела нагревается, какая охлаждается, да, то есть они, когда перо распушают, они греются. Вот если вы его не симметрично напишите, да, а вот добавите каких-то вот этих деталей, причем вы можете просто крыло залить, вот действительно переход сделать такой, да, вот растяжку от светлого к темному, и буквально пару каких-то деталей взять, ну вот. Так, вот опять я помешала, значит, лимонную, кадмий оранжевый, и чуть-чуть сюда желто-зеленый. Да. Так, и немножко я прям сейчас вот прям чуть-чуть трону, мы потом их здесь еще уточним, но мы вот их сейчас так, оп, все, ушла палитра, сейчас подниму, пошла гулять. Не надо все прорисовывать, как раз... Вот эта акварельность, она дает живость оперению. Так, что там у нас сверху? Так. Ну, может быть, я просто вчера покрутила и решила, что я сделаю вот так. Запись будет. Запись будет, медленно потом все посмотрите. Лапы на месте. Так. На столе. Так. Что надписи? Глазик закрываю. Я вам его близко потом покажу. Давайте, может, у вас чуть ближе. Сейчас я вас чуть-чуть подвигаю. Сейчас мы ему крылья, с крыльями разберемся. Вот так вот. Просто я вас сейчас, если ближе опущу, вас качать начнет этим фокусом. Будете ругаться, что у вас этот фокус гуляет. Что-то одно, короче, в общем. Меня не обижайтесь. Просто мне тоже хочется, чтобы вы и посмотрели. И... Так, желто-зеленую мы сейчас с вами замешиваем с лимонной. Лимонная, кстати, у белых ночей вообще желтые цвета не светостойкие. Я их этим меняю. Я шминки вообще-то желтые пользую. Но если у вас работа коммерческая какая-то, под сканирование, то, в принципе, можно. Я, честно, не заметила дикого прям выгорания. У меня есть работа старая, белыми ночами написанная, с желтым. Я не заметила прям такого, знаете, что вот они прям выцветают смертельно. Вот. Значит, мы вот этот берем замес, самую светлую часть, яркую, ядовитую. У нас, смотрите, у него вот здесь плечи чуть-чуть есть. Сейчас вот так прям я поверх нашего... Чуть-чуть плечи. Вот это крыло тоже. У него, значит, смотрите, вот эти второстепенные маховые перья, они вот такие вот ядовитышные. Мы вот сюда прям сейчас оставляю, видите, границу белую. Это как раз будет наш рефлекс освещенной части оперения. Так, вот здесь тоже у него в глубине внутренняя часть перьев маховых, это уже пошли основные маховые перья, на которых наш попугайчик летает. Они темно коричневые, мы их там потом тоже напишем. А край опера, он как раз вот такой яркий. Значит, вот эта часть оперения тоже у нас в такой гамме, она, как бы, вот это плечо тоже освещенное. Мы сюда сейчас, соответственно, тоже кладем, оставляя белые участки, чтобы у нас был эффект освещенности. Вот так, да, вот эти перышки. По форме я их прям по эскизу, по своему я их, по карандашному я их раскладываю. Дальше вниз пошло у нас просто зелень. Мы сейчас ее туда погуще. Да? То есть формируем объем наш, да, где у нас как бы в тень ушел объем, мы туда интенсивнее кладем краску. Где у нас с вами светлее, то есть вот смотрите его прям по форме, цветом. То есть мы сейчас не ковыряемся в перье, да, то есть мы сейчас, вот видите, мы особо-то ничего, мы просто по форме, учитывая наш карандашный эскиз, мы его раскладываем краской. Все, вот здесь у меня чуть свет, да, не выпирает вот эти вот, он же висит.
то может какая-то слеста тени, мы его будем окружающий, мы это тоже можем учесть и добавить ему тень. Чуть-чуть ультрамарина добавлю вот сюда в желто-зеленую. И немножко у нас, смотрите, получается, чтобы плечо вот это наше выступило, да, мы сейчас его чуть-чуть его вот здесь подчеркнем. Прям чуть-чуть его. Так, вот здесь немножко. Крайние можно перья прям немножечко совсем. Вот здесь тоже по форме. Они такие, как лесенка. То есть вот они не просто плоские, они вот уходят у нас. Да, там не очень такая резкая как бы линия. Но они вот туда уходят. То есть это все объемное. Кроме того, вот сейчас я вам про перенье это говорила. Я быстро покажу. Это, правда, второстепенное маховое перо. Видно вам его? Попугай Ары. А ну, посмотрите, все какое, да, а с изнанки. Оно, во-первых, все идет волной, да, вот, ну, то есть в полете оно амортизирует, оно мягенькое. И состоит оно вот из этих волосков. Посмотрите, вот на свету оно как. Сейчас, ну, у меня света яркого нет. Ну, в общем, вот, видите, рефлексы такие появляются яркие, да. Вот, то есть если мы, конечно, начнем его писать, как оно есть, мы заковыряемся. И тем более на таком формате. То есть вот его надо, конечно, писать, ну, хотя бы в половиночку. Вот, от того, что есть, чтобы у вас оно... Сейчас, пардон, я вас покачаю, комментарии посмотрю. Так. Так, черный, да-да-да. Белые ночи. Рисунок блюдца, рисунок я приклеила, девочки, он у меня приклеен на мою, у меня, собственно говоря, рабочей поверхностью моего стола, моей служит кафельный подоконник, он приклеен у меня, чтобы он не ползал, потому что я сбоку вам пишу еще видео, и если он у меня будет ездить, будет неудобно. Так, да, то есть вот мы их проложили, мы потом ультрамарином тоже их немножко с вами детализируем, чтобы у нас появился объем. Давайте вернемся немножко сейчас. Мы прямо сейчас по нему пройдемся еще раз. По красным, по синим, по зеленым. И, в принципе, он готов. Ну, лапку, естественно, нашу нарисуем, да? Значит, смотрите, поехали по красным. У нас вот это место освещенное и яркое. Я сейчас беру кадмий оранжевый. И делаю более теплой нашу щечку. Прям вот. Вам там нормально видно? Нормально видно. Так. Вот у нас место светлое, и прям под него я кладу очень сухо. Чуть-чуть, смотрите, берем, и вот волоски буквально достаточно, не надо все прорисовывать. Чуть-чуть прям ему вот этот вот, у него же здесь все такое вот живое, он же весь такой вот прям сотканный из этих. Берем алую вру, сейчас, кадмий красный берем. Ну ничего, к пятой трансляции я выучу название цветов. Нормально все будет. Ой, кто-то пришел. Алиса, подойдешь? Сейчас, подожди секунду, я подойду. Стой, дай я сама подойду. Подожди. Пардон, у меня раньше времени вернулся муж с детьми. Так, возвращаемся к нашим помидорам. Кадмий красный. Мы пишем им вот эту тень, усиливаем, да. Вот, смотрите, граница нашей оранжевой, да, вот мы только что подкладывали. Мы прямо ее чуть-чуть сюда тоже. Так, дальше наша спина. Мы берем алый и немножко тоже. Вот здесь его прорабатываем. Прям вот, смотрите, чуть-чуть вот нам надо эффект вот этот. То есть левую часть мы немножко притеняем, чтобы появилась вот эта разница. То же самое плечико. Чуть-чуть прям совсем полусухой кистью. Я вот ее прям обсушиваю на палитре и даже обсушу ее на салфетке. То есть мы прям совсем, он у нас практически в один слой написан. Говорила вам вот здесь про тень. Беру кадмий красный и
вдоль крыла задаю вот эту тень. Лапка чуть-чуть. Тоже прям под крыло. Так, чуть-чуть. Опять. Значит, да, здесь у нас тень от крыла. Помните, я вам про нее говорила. Мы добавляем прям по границе, совсем легонько я сюда. Чтобы жестко не было, можно немножко списать вот так. Под хвостик тоже с этой стороны, с левой мы его. Так, можно штрихом, можете пятном положить, если вам, ну, не хватает еще вот этих вот ощущений, вот этой тонкости. Вы можете прям... Девчонки, давайте пишите вопросы. У нас до конца трансляции остается 10 минут. Все-таки немножко я думаю, репетировалась быстрее, но сныряя в комментарии, я немножко все-таки время потеряла. Поэтому давайте какие-то моменты я потом или постом напишу. Так, все, вот эту часть оставляем. Чуть можем, она на свету, мы ее не трогаем. Здесь вот у нас самая будет глубокая тоже тень. Вот заодно. Так, синий. Ультрамарин чистый берем. Так. Вот у нас основное маховое хвостовое перо. Вот здесь у него пошли они складываться. Мы, оставляя просто границу. Неровные немножко бывают перья. Можете вот так вот выйти совсем чуть-чуть. Дальше у нас вот здесь идет как бы стержень нашего пера. Мы его подчеркиваем. Немножко по форме можем тоже сюда, знаете, вот так, чтобы у нашего перышка появился объем. И также вот здесь, чуть отступив. То есть вон оно, стерженечек, он выпирает. У него тоже на нем при ярком освещении получается вот этот рефлекс. Белый, знаете, иногда прям перо, такой белый росчерк делит. Это как раз рефлекс на стержни нашего пера, вот этом вот основном. Вот здесь у нас, пускай оно тоже такое немножко распушенное, они же лазят, хвостом цепляются за ветки. Вот. Немножко они бывают перья длинные, они вообще бывают такие прям коцанные у них. Чуть-чуть. Вот смотрите, ультрамарином мы прям... Все, хвостик живой. Больше не трогаем. Лапа. У нас вот, вот этот кусок, он по идее ближе, поэтому мы лапу вот здесь ультрамарином. Там можно было, в принципе, на касание сделать такой рефлекс светлый. Но мы сейчас вот здесь просто потемнее его уведем. Лапу у нас вот здесь. Прям сюда ультрамарин вводим. Пускай она будет прям темная. Так, лапка у нас сама, она такая коричневая. Да, мы сейчас ультрамарин с кадмием прям возьмем. Значит, нижний палец, соответственно, у нас темнее. Здесь еще у него должен еще один коготь торчать, но он прикрыт лапкой, мы его не видим с вами. Так, вот так. Сейчас быстро вопросы смотрю. Так. Так. Рисунок ближе к блюдцу не двигаю, чтобы вам комментарии его не закрывали. Орет сычка, когда кто-то приходит. Да, кисть, колонок, альбатрос, пятерка. Все пятеркой делаю, так и не поменяла. Шерсть тоже заливками обобщаем, оставляем детали некоторые. Получается такой же эффект. Так, для усов усатых зверушек использую. Резервацию не использую, либо оставляю незакрашенным, либо рисую тонко. Потом белилами. У меня есть еще вот такой вот. Сакура. Не знаю, белая гелевая ручка это или линер, как она считается. Вот такая есть штучка. Но я редко ее пользуюсь. Значит, тени и детали. Детали сейчас возьмем. Подождите, сейчас про детали доедем. Белая сложность. Сейчас тоже быстренько мы это обсудим, просто уже на словах с вами. Так. Возвращаемся к нашим, так сказать. Все, хвост у нас готов. Легкий. Кстати, нижний, вообще тоже как в воздушной перспективе, вот эти крайние вы можете оставлять незакрашенными. Ну, недокрашенными, у него тогда он уйдет. Чуть-чуть шапку я ему трону сейчас. Сажей газовой. Чуть-чуть, прям совсем вот так мы ему. Он у меня еще просто туда бликует.
Так, у нас зрачок чуть, вот он высох, я сейчас ему добавлю. То есть напротив рефлекса нашего, да, блика, я сюда. И у нас вокруг глаза складочки кожаные, они серые. Но мы возьмем ультрамаринчик бледненький, чтобы контраст был, чуть-чуть ему их пропишем. Вот так, прям чуть-чуть. И восковичка тоже коричневая. Мы как по аналогии с лапками кадмий оранжевый и ультрамарин. Мы делаем вот так по форме восковички тень. И добавляем сюда нашу ноздрюшку темненькую. Чуть-чуть можем этой же смесью клюв подчеркнуть. Тени, смотрите, я рисую на церулиуме. Ну, моя такая вот, я в основном тени делаю церулиумом. Теплые на охре золотистый. Грязновато, сейчас немножко сниму. Давайте закончим сейчас детализацию оперения. Я вам, у нас там по времени, может, успеем еще. А, нет, слушайте, он считает 1,5 минуты. Сейчас все, отключимся, включусь еще раз. Значит, ультрамарин с зелено-желтый мешаем. Давайте сейчас вырублюсь, подключусь еще раз, чтобы нам не тормозить. Так. Так, еще раз, пардон, включаемся. Так, поехали поближе по деталям. Сейчас я вас повешу поближе. Так, оп. Видно? Нормально? Все. Значит, смотрите, дорабатываем наше оперение. Потом в записи посмотрите поближе. Я мешаю зелено-желтую с ультрамарином. И вот где у нас граница теней? Значит, вот здесь плечи у нас такие, они чуть темнее мы их. Вот прям смотрите, мазками. Вот так вот дорабатываем вот здесь. И это получается граница у нас вот здесь темного и здесь рефлекс светлый, под него мы, да, кладем. С той стороны у нас тоже вот здесь чуть темнее оперение. Мы буквально его вот чуть-чуть касаемся, дальше не трогаем. И вот здесь у нас, то есть я, напомните, да, вот этот светлый кусок, нам его, чтобы чуть-чуть ему дать глубину. То есть мы вот, смотрите, мы не целиком перо, да, как-то его так обводим, а мы буквально деталечки делаем вот такие, где-то вот, вот эти вот такие разрывы, да, в крае оперения. Не надо все. То же самое с шерстью. Вы вот так массу пишете, оставляя рефлексы по объему, да, вот раскладывать, а потом буквально деталечки добавляете, не надо туда. Ну, так чуть-чуть мы их сейчас поживее сделаем. То есть вот здесь в глубине у нас они темные более. Так, уезжаем. Угу, чуть-чуть прям вот где от них тень. Так, теперь ультрамарин с кадмием оранжевым, на котором мы сейчас лапы писали. Лапой клюв чуть-чуть затеняли, да, вот такой коричневый получается, теплый. Мы вот эту внутреннюю часть, внутреннюю часть чуть-чуть, видите, я не успела. Вот читаешь комментарии, вроде кажется, что шустренько работаешь, но все-таки я не это самое, не уложилась до конца. Так, оп. И это внутренняя часть оперения наших маховых перьев. Я говорила вам, что оно коричневое такое, да, вот мы его сейчас... Так, а вот здесь оно, с одной стороны, смотрите, вот это крыло светлее, а вот это темнее, но свет падает отсюда, у нас вот здесь будет светлее наш коричневый, потому что... Вот он, мой любимый сосед! Твою мать! Пардон за мой французский. Ну вот он, очнулся. Как раз время детей спать класть, он у нас начинает штробить. Вот. Так,
Вот смотрите, вот такой у нас получился. То есть вот здесь мы кладем темнее, даже еще можем ультрамарином вот сюда, знаете, так раз, раз, оп, оп. А потому что они в тени, они туда глубже загибаются, перышки. Да, вот так вот. Прямо их вот так туда можем углубить. А вот здесь они на свету. То есть мы, наоборот, можем взять ультрамарин и утенить вот эти части. Вот сюда, где у нас вот второстепенные маховые перья перекрываются, перекрывают основные махи. И вот у нас получается сразу объем. Я потом скан вам выложу, будет хорошо видно. Да достал меня этот сосед уже. Приличных слов нету. Я прям, у меня уже на автопилоте матом ругаюсь, когда он сверлить начинает. Третий месяц вот этого издевательства. С часу до четырех он сверлит. Знаете, уже прям вот, как говорится, о наболевшем. Так, опять намешиваем нашу оливковую. Чуть-чуть я сейчас вот хочу вот этот вот кусочек. А знаете что? У меня же здесь по-другому. Сейчас мы, знаете, как попробуем. Берем кадмий оранжевый, практически чистый, но светло. Сейчас мы ему по-другому мы сделаем. И кадмием оранжевым вот эту среднюю часть пера, там Рев потом посмотрите, а у него действительно вот этот кусок плечиков, он такой бронзовый немножко. Вот сюда мы сейчас введем, сейчас появится вот этот глянец, можно даже чуть-чуть второстепенки ему тронуть, вот эти наши на освещение. Так, вот здесь чуть-чуть. Так, здесь у нас на свету, но вот тут Таня у нас тоже вот такой же у нас момент. Чуть-чуть давайте мы так вот. Немножко вот все-таки бумага наша, она съедает краску. У меня, видите, вот лимонка, она вся слопалась. Такой получился цвет. Может, не самый яркий. Так. Вот, и давайте вот эту наш смайл мы ему допишем, наш страшный, да, доброе привидение наше. Значит, мы берем чистый ультрамарин, туда я добавляю наш кадмий красный, делаю такой замес фиолетовый. И вот сюда, значит, вот тень, такая в складке тень, да. Следующий ряд такой тоже у него. Мы их сейчас с сухой кистью, я их сейчас... Вот здесь вот у меня, смотрите, видите, в карандаше эскиз. У него вот здесь перышки оттопырились. И получается тень вот здесь, где они у него такие. Оп-оп. Так. Так, почище ультрамарин берем. Вот эту границу мы чуть размываем по форме. Так. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Чуть-чуть еще вот здесь ему вот это место. Немножко. Прям вот я такими. Ну, я люблю штриховать, вы можете пятнышками класть. То есть прям вот пятном. Раз. Если граница жесткая, вы ее чуть-чуть размываете. Прям чуть-чуть. Вот здесь у нас темнее, да, напоминаю, вот этот кусок. Мы сейчас сюда чуть-чуть добавим еще вот эту границу. Чуть-чуть. Вот это место у нас получается такое здесь в тени. А вот здесь у нас немножко переход. Мы сейчас его зеленым взяла зеленый из замеса, которым мы сейчас вот плечо наше прописывали. Чуть-чуть. Угу. Чуть-чуть. Еще вот так. Вот такой вот. Так. Так, так, так. Вот такой вот у нас получается. Сильно его не будем детализировать. Сейчас я вас верну на место. Оп. Вот такой у нас получается попугай. Ну, тут мы ему, естественно, можем добавить вот эту зелень. Я ее очень быстро вписала. Значит, что у нас там по времени получается? Сейчас давайте я их так даже просто впишу ему. Значит, по поводу врисовывания в окружающую действительность, да, фоны вот эти. Ну, опять-таки, да, вы используете, ориентируетесь на референсы, но вы как бы прежде чем рисовать, вы проанализируете, откуда у вас свет падает.
То есть как он у вас, потому что бывает иногда, ну, во-первых, фотографии очень многие моменты плоскими делает, да, то есть вы смотрите на фотографию, я даже вот иногда натуру себе фотографирую в процессе работы, ну, она там вянет, еще что-то. Я знаю, что здесь была складка, там какой-то переход, а фотоаппарат упорно все это упрощает. Есть такой момент. И потом начинаешь, когда работать, не можешь вот эти детали найти, которые ты вроде бы заложил там в карандашном эскизе, еще в чем-то, а их просто нету. Ну вот то же самое с фотографией. Вы когда работаете, вы как бы себе сначала в голове нарисуете картинку, то есть попытайтесь разобрать, что у вас там в конечном итоге, да, сделано. Вот. Что у вас там как бы... И вот фоны, кстати, очень помогают, особенно когда вот у вас контровое освещение или, наоборот, яркий солнечный свет, они помогают вот эти все детали подчеркнуть. Сейчас вот здесь я ему чуть погуще зелень сделаю. Здесь я сейчас их такие, давайте, легкие, прямо вот здесь листья ему сделаю. А вот эти у нас освещенные. Ну так, чуть-чуть я просто добавила, чтобы он не сидел у нас на пустом, на пустой ветке. Прямо вот сейчас я их так сюда впишу. Можно вот еще один листик здесь, потом его. Вот. То есть вот вы смотрите, то есть по фотографиям тоже. У вас сейчас база есть по пейзажу, по морю, небу. То есть вот сейчас у вас, мы вам теперь дали более детальные, скажем так, да, моменты. То есть это уже отдельная растительность, отдельно, ну вот, живой объект природы, да. Вот теперь вы вот эти знания объединяете, анализируете ваши референсы и на их основе делаете работу. Уже можно сделать более сложную. И, собственно говоря, как итог-то, итоговая работа для выставки, которую вы делаете, вы должны потом вот, вот эти знания все сложить как пазл и сделать, исходя из полученных знаний, уже итоговую работу. Где далее делать будем, не знаю. Давайте мы поближе посмотрим, я вам покажу. Ну, немножко говорю, я по времени не уложилась. То есть, вот смотрите, мы его можем всегда доработать, взять. Я просто вас не буду сейчас мучить вот этими всеми. Но вот эти вещи вы можете еще то. Ну, вот прям чуть-чуть. Причем не надо. И с шерстью также. Вот смотрите, вы бы сейчас какого-нибудь кота рисовали рыжего. Вы бы его сейчас разложили по форме, да, так же вот, как мы сейчас с вами. Здесь буквально два слоя у нас же с вами получилось. Точно так же вы его раскладываете. И ему детализируете какие-то моменты. То есть вот тут можно какие-то переходы. Прям чуть-чуть. Не надо сильно. Потому что если вы еще это на стенку рисуете, вообще можно вот в скетчевом таком эффекте сделать. И не надо. Вот прям чуть-чуть. Смотрите, я вот сейчас взяла кадмий красный. Я вот сейчас пройдусь просто. Просто чтобы у него были вот. Ну, прям совсем чуть-чуть. Прям по месту мы с вами. Сейчас единственная видеозапись потом развернется на записи. Ну, я думаю, что вам не критично просто посмотреть. Вот здесь, кстати, помните, я говорила у нас вот здесь вот на переднем. Давайте вот так кадмием красным ему чуть-чуть сюда. Вот этот как раз уберем лапу. Совсем немножечко. Вот. Хвостик тоже. Посмотрите, он достаточно легко... написан, то есть мы сюда ничего слишком сильно-то и не совали у него, да, и тень особо не стали делать. Давайте чуть-чуть ее так прям. Вот. Чуть-чуть. Вот он же живой, да, то есть можно еще усилить, но если как бы учитывать воздушную перспективу, то я бы не трогала. Будет запись, да. То есть можно еще сюда, да, тени, вот его прям совсем. Еще вот здесь, если бы яркий свет, то мы бы вот здесь выбрали рефлекс. Под рефлекс бы мы положили тень. Соответственно, вот эта ось нашего пера, она бы была белая с ярким рефлексом. Здесь бы у нас прям вообще практически в белый такой, знаете, прям совсем такой звонкий был бы. А вот здесь они были бы темные. Тогда это был бы яркий свет. Соответственно, дальше вот здесь бы мы, вот здесь бы все бы мы закрыли темным тоже таким, да, каким-нибудь синим там, я не знаю, кобальт какой-нибудь густой там с фиолетовым бы, да, мы бы туда вот, там мне, видите, вот сейчас локоть поставлю на, ой, пардон, вот, то есть он бы сразу был контрастнее, если бы я сейчас вам контрастно его начала рисовать, мы бы с вами закопались. Вот. Ну, можно его здесь еще доработать. Здесь можно вот второстепенные вот эти махи убрать. Да? Вот здесь взять, сейчас, сейчас прям секунду, давайте. Там на глаз сейчас зацепился.
прям зелено-желтый. И вот смотрите, много воды не беру, наша бумага не терпит воду в большом количестве при многослойной работе. То есть вот 2-3-4 слоя и хорош. Прям. Причем первый вот я кладу сухенько. И цвет добавляю по влажному, чуть-чуть довожу просто по такому. Вот так вот. Смотрите. Вот мы чуть-чуть прям лессировку. Смотрите, как у нас. Оп. Видите, объем появился. Также с шерстью. Здесь ничего не буду стирать. Вот эта бумага, она не любит пластик, поэтому вообще... Не буду ничего стирать. Сейчас, извиняюсь, я пальцами слезаю. Слышно сейчас? Я ничего не закрыла. Слышно? Ничего не закрыла вообще. А, все слышно. Вот. Вот так. Сейчас давайте вам покажу быстро. Поближе. Так, все слышно. Ну, вот такой вот получился. Смотрите, у нас попугай. Повыше сейчас подниму. То есть... На сканере он вообще прям будет, знаете, такой на скане. Делайте себе выкраску. Смотрите, вот такую шпору себе рисовала. Это наша газу я пробовала для шапочки. Это наша растяжка, значит, кадмий оранжевый, розовый, хинокридон, алая, кадмий красный. Да. Блин, у меня почерк такой, сама потом не могу прочитать. Это наша растяжка для оперения. Собственно, вот, смотрите, вот она, да. Это наши крылья. Хотела фиолетовый сюда ввести для... синего не стало. Ну, и это я пробовала еще вариант там для... Не стало, тоже грязно получается. То есть садитесь, прям вот берете свою выкраску, берете референс, подбираете. Постарайтесь вообще... Я карандаш здесь не буду убирать, эта бумага не трется. Обычно стираю. Люблю стирать карандаш, вот, потому что... А эта бумага не трется. Вот выкраску себе сделайте, подбирайте по выкраске, пробуйте цвета. То есть перед работой, особенно вот с такими яркими объектами, делайте себе выкраски. Может быть, знаете, зелень можно к нему было бы написать, там не зеленую, а какую-нибудь синюю, вот как вчера вы сыры рисовали, можно было бы к нему добавить какую-нибудь. А вот, собственно, я рисовала предыдущих двоих. Тот же самый, алая. Кадмий красный, ультрамарин. Ультрамарин, я единственное, я с ярко-голубой домешивала, чтобы он такой позвонче был. Вот. Те же самые. Чуть-чуть, видите, я потом ее всю прошлась. Так, чтобы перо было просто повоздушнее. Также шерсть. То есть вы раскладываете по форме. Также у меня, видите, у меня спина освещенная. Вот это плечико светлое. Дальше здесь под ним темнее. Здесь, значит, вот оперение, тень тоже так вот. А дальше вы просто шерсть детализируете чуть-чуть. Референс выложу. Значит, смотрите, белую шерсть, вы когда рисуете, у нас какое правило есть? Свет теплый, тень холодная. Значит, вы своего, допустим, белого песика тени будете писать, ну, если солнечный теплый цвет, они у вас будут какие-то холодные, синие такие, да? Но тоже тень... В середине она тепленькая все равно должна быть. То есть какие-то выкраски себе сделайте, подберите вот для вас, скажем так, оптимальный вариант. И наоборот, если свет холодный, у вас тени будут теплые. То есть если у вас фон какой-то холодный, тени вы теплые сделаете. Ну, это освещение. Референс будет. Вот, тоже вот, смотрите, он же просто написан, а крыло объемное. То есть та же самая схема, мы разложили его по цвету, да? Тоном заложили первым слоем вот эти тени, объем, головка, чуть-чуть щечка, но здесь можно еще взять, просто дать шейка, но он такой равномерно освещенный, нет таких ярких. Вот здесь тень, грубо говоря, мягкая от крыла, пузика, а вот здесь чуть, ну тоже можно взять еще здесь его, конечно, по это самое, помучить, но вот он объемный, у него крыло светится, да, вот этот глянец. Хотя я ничего сюда лишнего не мешала, не как-то не исхитрялась. То же самое. Вот здесь вот у него спинка, вот этот пух, он крыло, видите, он такой встал как бы дыбом, и вот крылышко туда уходит. Вот такой вот эффект. Также с шерстью. То есть вы разложите ваш объект по тону, да, и дальше вы уже смотрите, что вам
туда еще как бы, ну, то есть какие детали. Как правило, это какие-то характерные. Вы не пишите, особенно, знаете, вот рисуют кошку и начинают у нее где-то на попе там вот эти вот... Вот понравился вам локон какой-то на груди, вот вы его легко пропишите, остальное оставьте, не надо все. Потому что вот когда это попытка гиперреализма, но шерсть жесткая такая, ну немножко непрофессионально написана, это не очень хорошо бывает смотрится. Вот выделите объекты, которые вам понравились. Вот характер, который передает. Может быть, это на лбу, вот шерсть, еще где-то там. Вот у кошек, собачек, у них вот эти над глазами такие, ну, как бровки, я не знаю, такой вот. Такие, знаете, бывает, когда шерсть растет неравномерно, какой-нибудь такой завиточек. Вот это можно. А остальное все спешите, не надо все прорисовывать. И у вас будет прекрасная живая работа. Потом вы не забывайте, что на стене вы смотрите метров с полутора, с двух, она будет под стеклом, она будет в паспорту, ей не надо. Вот. И уходите от грязи, смотрите, то есть я, почему вот, ну, я предлагаю вам на этой неделе, сейчас задание выложат, выберите вы что-нибудь летнее, возьмите вы птиц или каких-то, вот сейчас огромное количество, ну, их всегда было огромное количество, какие-нибудь яркие животные, огромные чудесные всякие, эти, не огромные, маленькие, обезьянки там, лемуры, кошки какие-нибудь экзотические, вот придумайте вы что-нибудь интересное и примените вот здания вот эти для работы, для этой, сделайте что-нибудь такое красивое, яркое, сочное, только вы единственное, вы поработаете, вы не ломитесь сразу рисовать, вы сделайте выкраску, вы подберите цвета, вы поанализируете референсы, тоже напишу вам про рефы, как работать. Посмотрите ролики с этим животным, птичкой, рыбкой, кстати. Рыбка, кстати, пишется точно так же. Вы ее по форме разложите. Сейчас, пардон, мне позвонили. Маме не звонила? С чего я тебе? Сейчас, прям 2 минуты. Также вы оставите рефлексы и подчеркнете вот чешую, допустим, или вот какие-то... Там жаберные вот эти вот щечки, да, все вот эти вот складки. И у вас будет чудесная рыбка, допустим. И написать ее на коралловом рифе также с применением Ириных знаний. Ну, домашку сейчас вам выложат. Вот, вы можете сделать. Мне кажется, все будет у вас замечательно. Я надеюсь, что урок был информативным. Я что-то немножко все-таки с чтением комментариев не влезла я в отведенный мне, так сказать, час. Все равно получилось 1:15, так что пардон, если я вас, так сказать, немножко задержала. Запись будет. Вот. Вопросы пишите потом под постом. Я вам... Можно любой... Ну, подождите, давайте я не буду вам ничего обещать. Сейчас домашку девчонки выложат. Вот. И это самое. И вы тогда уже по домашнему заданию вот с удовольствием там, если вопросы будут, пишите, ответим. Вот такой у нас, в общем, получился попугайчик. Буквально 2 слоя, бумага наша, краски наши. То есть нет ничего, нет предела, так сказать, на ватмане можете сделать. Я думаю, что с небольшим количеством воды даже на ватмане вы нарисуете. Вот. Еще 1 час. У меня вон детей привезли, мам. У меня сейчас муж голову откусит. Он говорит, ты сказала, ты обещала 40 минут, а сама сидишь, так что вот, давайте сворачиваться. Я сижу, громко говорю, понимаете, я готовилась, что у меня будет мой сосед перфорировать. Вот он, видите, пожужжал 3 минуты и прекратил мне. Тут и по батарее стучал с утра, и вообще чем только там не занимался. Я уже вот, и это сам, и будет в записи. По глазам отдельный урок. Ну, я могу быстро и вам, знаете, такие тапочками выложить. Просто свет сверху, свет сбоку, как вот эти раскладывать рефлексы. Я понимаю, что не видно. Просто если я близко вам его начну показывать, то качает, очень качает. Глазки покажу тогда. Шерстью поняли? То есть как с пером? Обобщаю, по форме прокладываем. А дальше просто мы детализируем не все. Не надо все черкать. Сидеть. Вы просто заковыряетесь, запутаетесь. Это такое поначалу это очень долго. Это сидеть надо. Вот. Глаза все поняла. Значит, с меня глаза, и я вам, может быть, сделаю такие по теням. Выкраски выложу тогда вот к этому посту. Карусельки у всех, если видно. Я тогда просто 10 фотографиями вам сделаю под одним постом. Выложу к нему выкраски, напишу цвета, которые я использовала. Я еще раз себя проверю. Потому что я тоже могу. Вот. Я устала их подбирать вчера. Все, да, пошла целовать мужа, кормить детей.
Девчонки, спасибо вам за компанию. Все было замечательно. И по теням все, я поняла. Глаза, тени, шерсть белая с меня. Все. Ну, кому-то понятно, кому-то да, кому-то надо поближе, я сделаю. Это, не, в принципе, не критично. Все. Все, всем спасибо, всем пока.